Пусть понемногу, но меняются к лучшему наши села, становятся краше. Вот и жители Казаклич Дрелунгского района подтвердят, местные власти позаботились об одном из самых важных для селян мест – площадке перед храмом и дороге к нему. И тротуары проложили, и даже мост к церкви теперь новый. Старый мост на дороге, ведущей к церкви, был деревянным и за 23 года своего существования обветшал настолько, что селянам было боязно на него ступать. Как оказалось, страхи были небеспочвенными. Рухнул, едва за него взялись строители. Сначала был мостик, и потом его перереконструировали. Ну, такой он слабенький, он щупленький был. Мы его только коснулись, и он развалился, как карточный домик. Ну, к счастью, что мы так вовремя спохватились. Получился проект такой, шириной 2 метра, длиной 17,5 метра. Очень мощный, крепкий, на века. Вот, получилось. В этом году Гагаузия получила 15 миллионов леев из республиканского бюджета на капитальные расходы. Средства из общей суммы получила и Казаклия. На эти деньги и был отремонтирован мост, а также будет выложен тротуар из брусчатки по обеим сторонам главной дороги. Все сюда ходят, и вот этот мостик, то, что мы сделали здесь, планируем вот эту всю территорию благоустроить, поставить брусчатку, там дорожное полотно будет потолще, там, естественно, будут клумбы, и мы планируем дальше... Проводим тендер сейчас. Вот это после этого мостика идет вот это продолжение вот этой дорожки будет, да, до входа в парк. То есть соединяем культурную часть и духовную часть села. Селяне новым проектом рады. Говорят, приятно знать, что об их безопасности и удобстве заботятся. Было тоже хорошо, был мостик маленький, но по сравнению с этим мостом это супер. И пошире, и подлиннее, и красивее, и брусчатку, и все, чтобы было красиво в церковь ходить, вообще, чтобы, ну, красиво. Первым делом, когда приехала, заметила, что у нас новый мост. Это удобно для людей, кто посещает церковь. Вот, и, конечно, он очень красивый, широкий, и могут сразу пару человек пройти. Ну, это... Удобно, как бы, мне нравится. Будет, как бы, удобно, конечно, вот машины по дорогам, детям всегда говорим, даже если без нас, без взрослых идут, чтобы возле церкви шли, как бы, на дороге не выходили. Но это хорошо для всех, как бы, и для взрослых, и для детей, безопасно, во-первых. А так все везде красиво. На реконструкцию моста и обустройство тротуаров из республиканского бюджета выделено 900 тысяч леев. Еще 400 тысяч направлено на проведение дренажных работ строящегося стадиона в селе Казаклие.